Сегодня днем на Таирово погиб 12-летний мальчик. Как сообщили в полиции, ребенок упал с качели и разбил голову. Инцидент произошел во дворе дома по улице Академика Королева. После падения с массивной карусели движущаяся конструкция ударила его по голове. Школьник получил открытую травму черепа. Мальчик погиб до приезда медиков. Тело ребенка забрали. На месте были проведены следственные действия. Сейчас решается вопрос о том, чтобы внести данный факт в реестр досудебных расследований по статье «Умышленное убийство» с пометкой «Несчастный случай».